Вот расскажи мне, как она с таким отвратительно милым личиком на этой земле спокойно гуляет, задорно живет, если на самом деле ей нужна огромная на лбу табличка «Не подходи, убьет». Она будет скрывать себя снова и снова, она может мурчать и ласкаться так, что никто ничего не поймет, только кошка с кошарой имеет один корень слова, но разные смыслы. Тут уж как повезет. А ему не везло. Не везло прям конкретно. Он любил ее искренне, нежно, испокон веков. А теперь он ни с кем не знакомится. И еще сдалека заметна его табличка на лбу «Не подходи, аллергия на всех котов». Shit happens.